Приветище! Мы продолжаем играть в симулятор ломателя и чинильщика, и сегодня у нас грандиозные планы по преображению нашего сарайчика. Ты мне писал, у тебя очень грязно, очень стрёмно, но я, в принципе, прибрался. Кроватку мы обязательно купим новую, да, ты тоже об этом писал, что кровать у тебя стрёмная, надо купить новую. Также ты писал, что может ты продашь свой сарай и купишь новую квартирку. Да нафига мне покупать новую квартирку, если я могу... Так, как мне выйти? Где? А, блин, долбанная стеклянная дверь, она ж открыта. Фу ты, ну ты. Вот из-за этого иногда у меня бывает проблемка, я не вижу, когда дверь открыта. Вот так вот иногда бежишь и бдж, лбом. В общем, о чем это я, да? Зачем покупать какой-то дом на другом участке, когда вот этот дом я могу либо снести, либо расширить и построить по-своему, так как я захочу. Ну чё, займемся туалетом? Ты говоришь, у меня здесь очень усранная плиточка. Да, я тоже так считаю. Что ж, давай попробуем эту плиточку переложить, например... сколько вариантов разных. Чё, может по кирпичу будем угорать? Туалет из кирпича замотим? Не, это будет жестко. Во, керамическая плитка! Классно выглядит, давай-ка ее купим. Купить сейчас. Размещаем. А, блин, укладка плитки мне пока недоступна. Облом, пока живем с такой плиточкой. Что ж, чтобы нам открыть возможность класть плитку, нужно продвинуться немножечко дальше в карьере. Давай посмотрим, что у нас есть. Антон Серый, как Гэндальф Серый. Надо заняться стеной. Ну-ка, посмотрим. Он, короче, просит снести стены и покрасить их, неинтересно. Валентин Трещинский, очень прошу мне помочь, я заплачу. Что ж у него фамилия не Трещина, Валентин Трещина, Трещинский. Звучит более-менее нормально. Так, добрый день. Короче, это пожилой человек, которого обманули, он сдавал квартиру. А когда ему не заплатили за месяц, он решил прийти в эту квартиру. И увидел, что у него сняты батареи, половина свалки ему занесли, короче, в квартиру. В общем, устроили там полный беспредел. Ладно, давай поможем этому бедолаге, мне его жалко стало. О, как нас грамотно тут встречает. Убираем это все дело. Пойдем сюда. Тараканчики есть? Дихлофос не нужен? Как здесь стильно. Граффити на себе. Ух ты, сколько бухла. Тут алкаши, походу, жили. Бомжи-алкаши. Усрали весь диван. Вот засранцы, а. Я бы таких ремнем отшлепал. Значит, берем нашу метелку. Нашу супер-пупер-метлу. Смотри, как она быстро вытирает все просто. Ни одной грязинки не остается. Окна, смотри, как окна, просто грязюха. Замалеваны. Чё будем делать с граффити? В принципе, она тут уместно смотрится, но... для пожилого человека это слишком. Давай попробуем ее убрать. Нашей шваброчкой. Опачки. Эту картину... выкинуть нафиг. Чё у нас в следующей комнате? Это у нас... прихожечка. Ух ты! Тараканы! Если ты страдаешь блатофобией, боязнь тараканов, то в настройках игры есть возможность заменить тараканов на кусочки стекла. Нет уж, спасибо, я хочу посмотреть на этих тараканов. Где они? Где они? У-у-у, ты посмотри, сколько их там бегает. А-та-та, а-та-та, нужен срочный дихлофос. Господи, как засрали эту квартиру. Значит, давай мы сейчас вначале здесь приберемся, а потом туда пойдем. К этим маленьким жучкам. Ну чё, я в принципе готов. Понеслась жара. Вытяни пылесос. Как его вытянуть? Ух ты, пылесос появился, прикинь. Сейчас-то мы их всех запылесосим. Давай, пошла жара. Вот так вот, давайте жучки суб... здесь на стенке, ты посмотри, сколько, какой ужас. Вот это срань. Бу-у-у. Давайте, запылесошивайтесь все. Я думал, я их дихлофосом буду травить, а они, вон, видишь, пылесос используют, америкосы эти. Вот так вот это все. Так что знай, если ты увидишь у себя дома, не дай бог, конечно, такую кучу тараканов, сразу же доставай не дихлофос, а пылесос. Да, вот это чудеса. Странно, почему пылесос не запылесосывает вот эти бычки, газету, всякую фигню? Только тараканов пылесосит. Наверное, это какой-то специальный пылесосик. Значит, ладно, берем наши пальчики, ручечки и убираем всю эту грязюку. А, здесь еще тараканы. Ладно, где мой пылесос? Пылесос! Сейчас мы их всех нафиг засосем. Всосем, пересосем. Так, давайте, засасывайтесь. Я тараканов, конечно, не боюсь, но вот если бы здесь были пауки, это был бы атас. Паучков я боюсь. Особенно больших. Короче, мало того, что они тут насрали в этой квартире, эти свиньи, так они еще и стиралку уперли. Сейчас мы пенсионеру еще и стиралочку подгоним. Стиральная машина. Ванная комната. Во! Купить, установить.
Сейчас будем мдохаться с ней. Как ее прикрутить, значит? Что это? Это? Болтики надо открутить, да, наверное? Непонятно. Может, с маленьких начать? О, точно, маленькие откручиваем болтики. Крышку снимаем. Откручиваем большие болты. Большие болты нужны для того, чтобы зафиксировать при погрузке барабан в стиральной машине, чтобы он не повредил ничего там внутри машинки. Он же крутится, вертится там сам по себе. Теперь подсоединяем шланг. Вот так берем, закручиваемся, затягиваем, это подключаем вот сюда. Есть контакт, тоже закручиваем. И сливной тоже вот сюда подсоединяем. Все, машинка встала. Плюс один к карме. Теперь я еще и со стиралками дружу. Значит, пенсионеру мы помогли, но укладывать кафель и плитку мы еще не научились. Поэтому ищем, кому нужно укласть плитку. Эдуард Волочков. Необходима дополнительная ванная комната. Здравствуйте. Я купил большой дом, в котором очень уж не хватает второй ванной комнаты. Это я понял спустя неделю проживания и уже знаю, что так больше не выдержу. Возле кухни есть помещение, идеально подходящее для ванной. И в нем имеются даже необходимые кабели. Ну что ж, давай посмотрим, где нам что там нужно сделать. Значит, вот здесь вот нам нужно будет сделать ванную комнату, да? Или нет? А, я понял, здесь походу надо будет стенки снести. Вот эту тоже стенку надо будет снести. Короче, надо их как-то модифицировать. И вот здесь вот у нас будет ванная комната. Значит, вот это все дело мы продаем. Смотри-ка, появилась укладка плитки. Ништяк, мы сегодня научимся класть плитку. Но сперва нам нужно снести стеночки. Идем вот сюда. И ломаем стенку к чертям. Во! Минус одна стенка. Дверной проем, я не знаю, ставить или нет. Может и так. Вот так пролазим, есть. Мое жирное пузо пролазит здесь через щелку эту. Вот так вот. Но я думаю, что нафиг здесь дверь, давай ее продлим. Не к шубе варежка пришита. И стенку нам нужно снести еще вот здесь. Продаем проем. Все, стенки модифицированы, разнесены в щепки, в дрова, в хлопья. Теперь, значит, нужно подсоединить здесь. А нет, не будем мы здесь ничего пока устанавливать, будет лишний раз только мешаться. Сперва мы положим плиточку. Здесь нам нужно уложить керамическую плитку Грей. Идем в магазин, ищем эту Грей-плитку. Вот она, керамическая плитка Грей. Покупаем несколько штук. На первый раз, думаю, столько купить. Посмотрим, как класться будет. Достаем наш шпатель. Замазываем стеночку. А, не надо мазать стеночку клеем. Вначале надо замазать плиточку. Берем плитку и кладем. Вот так. Нифига себе, как прикольно. Следующую. Та-дам! Плитка уложена. Как классно я положил, смотри, на первый раз. Вообще шикарно, перфекто. Так, осталось только, знаешь что, продать лишнее. И быстренько установить здесь сантехнику. Устанавливаем душ. Та-дам! Душевая готова. Надо будет дом у себя такую же заметить. Быстренько сполоснемся. От пота и всего остального. Остались последние штришки. Устанавливаем зеркало. И нужно срочно уложить напольную плитку такого же цвета. Идем в Макзик. Вот она у меня уже есть. Покупаем. Она укладывается следующим образом. Берем от этого угла и тянем вот так. Хлебыщ, и все, она установилась. Все дела мы здесь завершили. Где мой туалет? Туалет, ты ждал меня? Конечно, ты ждал. Ты хотел, чтобы я наложил на тебя плиточку. Сейчас мы ее возьмем. Кладем сюда, значит, где мой шпатель. Берем шпатель, плиточка у нас в руках. И намазываем на стеночку аккуратненько так. О, да. Что-то я не понял. Рисунок плитки другой, да? Тут такой рисунок, а на стенку такой рисунок. Непорядок. Наверное, это с прошлой стройки остался у меня в руке. Во, вот это другое дело. Ну вот, другое дело. Как тебе, нравится? Ты же просил плиточку уложить новенькую. Ну, в принципе, мне тоже нравится. Осталось только с полом разобраться.
напольной плитки. Какую мы на пол плиточку с тобой положим? Давай мы с тобой мозаику замутим, вот такую вот классненькую, или вот такую. Не-не-не, давай вот такую, во. Вот это классная мозаика. Покупаем. И укладываем вот так вот ее сплошняком. Стрёмно, стрёмно, очень стрёмно. Не нравится мне. Как в общественном туалете. А чё если мы пол сделаем темным, вот таким вот? Давай попробуем. Ну-ка, вот! Ну это ж другое дело. Посимпотнее уже выглядит. Теперь нам надо с тобой сюда душевую разместить. Водная система для душа стоит $630. Офигеть, как дорого. Ну что поделать? Давай покупать. Душевая у нас будет вот здесь. Вот так вот. Отвинчиваем заглушечки с тобой. И покупаем душевую. Устанавливаем. Ну вот, душевая кабинка установлена. Правда, она криво установлена. Хотя, не-не-не, сейчас мы перестановочку замутим. Сместил немножечко душевую туда поближе к стеночке. И да, открывается. Еще чуть-чуть туалет сместил, конечно же, вправо. Чтобы дверка открывалась. Теперь все пучком. Теперь можно в душевую заходить через туалет. Так, запрыгиваешь на туалет. Блин, не получается. Запрыгиваешь на туалет. Да что ж такое-то? Запрыгиваешь на туалет, открываешь дверцу и заходишь в душевую. Помылся, тоже выходишь через туалет. Все грамотно, все для людей, все для удобства. Баночки, значит, с красочкой мы продаем с тобой. Кроватку тоже продаем. Тебя она дико писила. И покупаем вместо кровати журнальный столик. Не шучу. Какую бы мне кровать выбрать? Здесь только всяких классных. Двуспальная мне нафиг не сдалась. Давай, короче, вот такую вот. Цвет только выберу сейчас другой. Черный неинтересно. Оранжевый само то. Вот так вот. Столик мы тоже продаем. Опс, ноутбук упал с чашечкой. Вот и мой ноутбучик. Упал у меня. Давай мы его вот сюда. На кровать нельзя поместить? Да что ж такое-то? Ладно, пусть на полу пока полежит. Вот такой вот столик мы взяли. Ставим его в уголок вот сюда. Во! И теперь на него ноутбук поставим. Конечно же, возьмем крутой офисный стул. Вот так вот. Лепим его сюда. Ну и все. Че, кошерно? Кошерно. Лампа только меня бесит. Надо ее продать. Поставим вот такой вот огонь. Ну что, как тебе мой домик с открытым туалетом? Правда, здесь раковины нет в туалете, но я думаю, что когда стеночку я здесь доделаю, она у меня появится. Надо сделать фоточку. Фоткаем. И обязательно нужно сделать картиночку моего ремонта. Вот так вот. Теперь мы можем видеть с тобой разницу, как было и как стало. По-моему, у меня с тобой шикарнейший сарай получился. В нем, в принципе, можно и жить. А вот то, что ты говоришь, купи новый дом, купи. Вот этот-то мы по-любому будем продавать. Я сейчас его обделаю и продам дороже, чем покупал. Но это уже будет в следующей серии. Если тебе понравилось, то себя лайкос, комментос под видос и обязательно подписочка. Если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видео.